Обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит. Обычный парнишка, парнишка сидит. Одет был он просто на джинсы, футболку. И видно, что парень встречался с бедой. На вид 26, ничего он не пожил. Но был этот парень абсолютно седой. И вот остановка, и в поступе тяжкой в автобус заходит старик-ветеран. И видя, что парень подняться не может, и пошел на таран. Ты что же, паскуда, подняться не можешь? Ведь я за тебя 5 лет воевал. Ведь я за тебя под пули бросался. Ведь я за тебя жизнь не отдал. И все оглянулись, и все посмотрели, а парень тот медленно встал. И тихо сказал он в глаза ветерану: я тоже, отец, за тебя воевал. В глазах его отразились разрывы, зверство душмана, машин-караван. То страшное слово, слово афган. Кресло, схватился за сердце и зарыдал. Обычный автобус, и все как обычно. Кто спорит о чем-то, кто просто сидит. И с девушкой рядом